Всем привет, с вами снова Добрый Макс, и мы продолжаем проходить замечательную игру The Dracula Origin. Дракула начало, или происхождение Дракулы, по всей видимости, как-то так. Ну и что же, напоминаю, что в прошлой серии нам удалось попасть в особняк, наконец-то. И все, что мы видим вокруг, это разрушенные стены, в беспорядке находится совершеннейшим дом, вот. И, собственно, удалось разглядеть вот эту потайную дверь, которую, собственно, мы и должны в этой серии открыть, попасть внутрь. Ну и что же, я напоминаю, что нам обязательно нужно измерить глубину отверстия для того, чтобы здесь изготовить ключ. Здесь что-то вроде замочной скважины. Попробую сделать ключ, повторяющий все изгибы. Да, совершенно верно. Мне нужно измерить глубину отверстий. Единственное, как это можно сделать, это, разумеется, можно сделать с помощью рулетки, как я и предполагал, вот, и вот этой ложки, хотя я изначально думал, что можно и гвоздями там справиться, но да ладно, вот, тем не менее, давайте попробуем это сделать, да, как-то так, ну и, разумеется, нужно скрепить нитками ложку и рулетку. Так, ну что ж, давайте попробуем это сделать. Это отверстие я измерил. Это отверстие я измерил. Это отверстие я измерил. Теперь я знаю, насколько выемки глубоки. Что ж, можно делать отмычку. Так, отлично, самодельный ключ. Вот размер углубления в тайной двери, ведущей на лестницу. 10, 8, 12 и 5 сантиметров. Так, ну понятно, что можно изготовить эту вещь только в подвале, где есть соответствующие инструменты. Давайте сюда вернемся. Да. Вот, пожалуйста, и тиски. Чего-то не хватает. Так, и все еще чего-то не хватает. Странно. Так, ну в любом случае, давайте попробуем посмотреть, что же нам нужно сделать. Вот такая схема у нас, значит, ключа, как раз под выемки. Довольно-таки незамысловатая. Так, ну понятно, что вот, допустим, вот эта вещь, она должна быть, ну как это, основание. Ну и сколько тут? Ровно 5 сантиметров? А, подождите, получается, нужно как-то ее приложить. Да, совершенно верно. К линейке. Да, довольно-таки просто. Так, ну и что же? Подождите, а вот это вот, скажем так, полоска дерева, она не подходит совершенно для вот этих маленьких отверстий. Ну тогда понятно, что имеется в виду под тем, что чего-то не хватает. Так, ну да ладно. Раз так, давайте попробуем еще раз осмотреться. Может быть, я что-то где-то пропустил. Что-то где-то. Отлично. Так, давайте внимательнее осмотримся. Ну, насекомые нам вряд ли помогут. Напоминаю, что мажордом оказался фанатом насекомых. Он их просто поедал. И от этого веселее не становится. Конечно же. Так, ну и вот загадку вот этого сейфа нам еще нужно бы разгадать. Так, а подождите. Отлично. Вот здесь-то я и не был в прошлый раз. А почему я изначально этого не заметил? Так, ну да ладно. Вообще, конечно, странно, что наш герой... Так, отлично. Кто-то недавно рубил дерево. Угу. К чему бы это? Все входы и выходы перекрыты. Так. Все входы и выходы перекрыты. Хм. Ну да ладно. Теперь, во всяком случае, у нас есть...
Деревяшки, вот. Да, я долго вспоминал, как же они все-таки называются. Теперь у нас есть деревяшки, соответственно, мы можем изготовить ключ до конца. Отлично. Так. Чего-то не хватает. И все еще чего-то не хватает. А, ну это логично. На самом деле, если есть гвозди, то должен быть еще и молоток. Ну только вот куда это все мы будем применять, не совсем понятно. Ну да ладно. Будет день и будет пища. Так, давайте. 10. А, насколько я понимаю, 8. Отлично. 12. Да что ж такое? Так, ну и 5 сантиметров. Зачем вот мне интересно, только здесь нужен вот этот надфиль? Так, а что произошло? А, ну как бы мы, получается, обработали эти деревяшки. Смотрите, у них закругляются края. И на рисунке как раз так и выглядит. Так, а вот здесь, с этой стороны, тоже нам нужно закруглить. Я-то, честно говоря, думал, что закруглить нужно с обеих сторон, потому что нужно же как-то вставить их туда, в отверстие. А, подождите, ну это логично. Вот для чего нам нужны гвозди. Ну и да, действительно, без молотка все равно никак не обойтись. Так, а где у нас может быть на молоток? На что мне эти инструменты? Хм. Неужели придется обратно возвращаться? Топор, по всей видимости, нам не поможет. Ну да. А сюда точно нельзя никак пройти? Вот так вот, друзья. Ну, здесь явно молотка нет. Я уж не думаю, что здесь будут маскировать подобные вещи. Давайте еще раз осмотримся во всех комнатах. Так, вот этот молоток явно не подойдет. Да, странно, на самом деле за окном бушует непогода, судя по всему, или просто гремит гром. Тем не менее, лучи света попадают через окно. Так, давайте попробуем подняться наверх. Вот я здесь нигде молотка не вижу. Прошу прощения. Так. Да и здесь тоже нигде молотка нет. Ой, да. Так. Ну да ладно. Давайте еще одну комнату осмотрим. Не хотелось бы выходить и, соответственно, разбираться с этим между сериями. Так, ну и почему-то я подобные вещи не замечаю с первого раза. Пригодится. Ну, разумеется, пригодится. Теперь единственный способ, единственное, точнее, что мы можем сделать, это спуститься вниз и закончить работу. Потому что, честно говоря, я уже в нетерпении. Хочу попасть за вот эту дверь. Наверняка там что-то будет очень интересное. Круто. Кстати, друзья, вот я не интересовался этим вопросом, наверняка вы сможете мне подсказать, кто является нашим главным героем. Неужели это Ван Хельсинг? Потому что, насколько я понимаю, по самой книге, Джонатан Харкер как раз сдружился с Ван Хельсингом. И мне кажется, единственный человек, который мог бы сейчас заботиться, тем более распятие, вспомните как получится раз... Получится ли?
Так, ну должно получиться. Вот. И в книге, и, соответственно, в фильме Ван Хельсинг ходил вот с таким большим распятием, которое сейчас находится в руках у нашего главного героя. Так, отлично. Ну что ж, теперь самое время проникнуть сюда. Долго же я возился. Да уж. Теперь на улице ночь, и надо быть очень, очень осторожным. Круто. Ну и тем не менее, везде горят свечи, несмотря ни на что. Даже вампирам, видимо, нужно освещение. Хотя я так понимаю, что они прекрасно видят в темноте. Ох, черт, ловушка. Едва заметил. Дверь сделана на совесть, и замок тоже. Взломать не удастся. Чего-то не хватает. Так, ну и понятно. То есть в любом случае придется решать загадку, которая связана с сейфами. Давайте этим займемся. Я так и думал, что в любом случае без этого нам не обойтись. Поднимемся наверх. Текст на латыни. Интересно, что это значит. Nilactum reputans sequit superesset agendum. Ой, так. Но вообще, то, что расположены вот эти вот плитки напротив каких-то определенных букв, это очевидно для меня. Но только единственное, что вот смотрите, эта плитка попадает, скажем, в разрез между буквами вообще Е и Р. Если вот сложить то, что мы видим, а вот эта вот вообще плитка совпадает с IL и с пустым местом. Явно что-то не так здесь. Роза ветров. Роза ветров. А, стоп. Так, у нас же есть пища и бумага. Единственное, что нет ручки. Но, может быть, если мы сейчас наложим бумагу сверху на... да, смотрите, точно. Значит... Но почему-то ничего не получается пока. Удалось. Отлично. А, ну вот смотрите, то есть на самом деле, получается, должны быть, ну как бы соответствовать, как это, отверстия, которые получены в бумаге, вот этим буквам. Но, как я уже говорил, ну вот это совсем логично. Теперь понятно. Довольно-таки просто, оказывается, решается загадка. Почему я в первый раз этого не решил, не знаю. Ну да ладно. Вы понимаете, да, что... Удалось. Отлично. Что вот, скорее всего, вот эта бумага, она от, скажем так, сейфа, от подсказки на верхнем этаже. А бумага, которую мы сейчас, точнее, сделали на втором этаже, она от вот этого сейфа. Так, давайте попробуем проверить это утверждение. Так, и что? А, ну, все понятно. Теперь-то вообще все логично. Обратите внимание, что вот роза ветров, которая является у нас подсказкой, но сейчас я никак не могу на нее мышкой навести, там указаны, скажем так, стороны света. И вот если мы сейчас наведем бумагой сюда, то вот видите, да, SE, E, N, SE, N, SE. То есть получается, что это, ну, стороны света. Юго-восток. Потом восток, потом север, потом опять юго-восток, снова север, юго-восток. Так, надо все это запомнить. Нужно переписать все это. А, так нужно еще и переписать. Так, ну ладно. К сожалению, вот такая небольшая беготня из стороны в сторону.
То есть логично, что Ван Хельсинг должен был сначала переписать все, что он увидел. Так, ну давайте. Отлично. Ну и да, здесь то же самое. Нужно переписать все это. Так, на первом этаже, на втором этаже. Отлично. Самое время открыть сейф. Я-то, честно говоря, думал, что в этом сейфе лежит ключ от этой двери. Но на самом деле, как казалось, видите, ключ там действительно лежит, но от двери за потайной дверью. То есть такая двойная загадка получается. Так. Ну что же, давайте посмотрим. Так, документы, отчеты. Первый этаж. СЕ, ЕН, СЕ, НСЕ. Запомнить бы это все. Так. СЕ. ЕНСЕ. Так, здесь мы ничего не меняем. Отлично. Так. Так, снова север. Да. И юго-восток. Так, что у нас с таинственными буквами на втором этаже? Значит, север. Восток, север, юг. Так, север. Восток. Север. Юг. Так. Потом опять же юго-восток. И, по-моему, восток, да? Удалось! Отлично! Круто! А посмотрите, какой классный резной ключ. Ну что ж, самое время взять его в руки и попробовать открыть дверь. Да, загадки здесь, друзья, тоже головоломные и хардкорные. Тише. Мне кажется, тут кто-то есть. Да. Вот это ничего себе. Самое, что ни на есть, логово дьявола. Спальное место. Сам граф Дракула. Портрет графа Дракулы. Вряд ли в это зеркало любили смотреться. Ну да. Это ложа господина. Совершенно верно. Ха, я даже уже слегка жалею, что мы сюда с вами попали. Отлично. Какая-то книга. Книга будто несет проклятие всякому, кто коснется ее. Я должен ее открыть. Так, ну... Видимо, нужна какая-то подсказка. Отлично. А, то есть вот это все передвигается, да? Хм. Ага, понятно, то есть... Да ничего на самом деле не понятно. Фантастика. Интересно, что же мне со всем этим нужно делать. Ну, наверняка должна быть какая-то подсказка. Да. А, ну вот это все сбрасывает, да? А, да, просто шикарно, друзья. Просто шикарно. Так, ну давайте осмотримся еще. Это замок Дракулы. Я в самом средоточии зла.
Да уж, это точно. И луна проливает такой шикарный совершенно свет в комнату. Вампир, должно быть, взлетел отсюда. А, ну понятно, почему его здесь нет. Так, подождите. Так, вот это интересно. А, ну вот смотрите, как я и думал, то есть здесь какая-то должна быть подсказка. Так, вот этот символ мы с вами уже видели. Но только, в принципе, вы знаете, вот подсказка подсказкой, но, честно говоря, она мало что проливает. Так, ну ладно, ее мы изучим чуть позже, давайте еще немного осмотримся. Так, больше здесь ничего интересного нет. Закрыто. Закрыто. Неужели нужен какой-то очередной ключ? Так, ну да ладно, друзья. Я чувствую, что не взяв эту книгу в руки, мы с вами ничего такого особенного не добьемся. Но в любом случае мы продолжим проходить эту замечательную игру уже в следующей серии. Ну что ж, все более и более завораживает сюжет. Вы посмотрите, какое окружающее вообще, ну какое окружение. Вот, просто-напросто все сделано очень даже шикарно. С особой любовью к персонажам. Ну что ж, ладно, напоминаю, что с вами был Добрый Макс. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Увидимся с вами в следующих сериях. Всем пока.